Дмитрию Кошкину несколько месяцев до выхода на свободу. По времени, проведенному за решеткой, скучать, говорит, не будет. А вот по выращенным собственными руками тюльпанам – да. Садовод-любитель так прикипел к флоротерапии, что готов и на воле продолжать цветочное дело. За растениями нужен уход, соблюдение температурного и светового режима, чтобы даже когда за окнами минус, ощущалась весна. Поливать там, то есть смотреть. Ну, нравится, просто нравится. То есть я не могу объяснить там то, что гармония там какая-то, то есть… Мы далекие люди от этого. Первый блин определенно не комом. Тысячи цветков прижились, выросли и отправятся на городские прилавки. 25 тысяч тюльпанов в одной небольшой теплице. Здесь есть всякие разнообразные. Желтые, которые к разлуке, и традиционные красные. Мое внимание больше всего привлекли вот эти, цвета фуксия. Такие редко встретишь в продаже. Даже за колючей проволокой людям не чуждо чувство прекрасного, говорят в колонии. Садоводством они занимаются с пользой для души и кошелька. Осужденные получают зарплату в размере мрота. А труд действительно ценный, не за горами Международный женский день. 4 числа весь женский персонал ФКУИК-10 будет поздравлен, в том числе тюльпанами с нашей теплицы, которую самостоятельно мы выросли. Эксперимент с цветами был признан успешным. Дальше больше, в планах восстановить еще 2 теплицы и уже к маю посадить клубнику. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.